Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Всем здарова, с вами Булл. Продолжаем проходить сюжетку Mortal Kombat 1 или Смертельная битва 1 2023 года. Глава 5. Странная наука. Барака. В предыдущей серии мы играли за Кенши, и в конце же Кенши лишился зрения из-за Мелины. В общем, мы узнали, что Мелина, конечно, Мелину Шансунг пытался спасти, вылечить от заразы Таркаты, но временно. Нас же схватили. И мы, кстати, узнали о том, что Шансунг и Куан Чи работают на Кронику. Если бы ты видел, то потянул почему. Ты понял почему? Если бы докабы. Продолжай говорить, хорошо? Так, я отвлекаюсь. Расскажи о своей жизни до болезни. Да, дела у меня шли хорошо. Я так говорил по всему Фуктарскому побережью. Моя семья жила счастливо и комфортно. И затем пришел Таркат, забрал жену, потом детей. По жестокой случайности я пока жив. Кстати, Мелину нам удалось спасти от болезни Таркаты, но нас же схватили из-за того, что якобы мы тут виновники всего этого. Но в итоге это, конечно, был обман Шансунга и Куан Чи. Кенши, проклятие, сильно болит. Ужасно. Ты спас меня, я этого не забуду. Но ты можешь пожалеть об этом. Что ты... А, там где-то еще рядом Кун Лао уже, да? А кто там? Какого? Когда мы свернули налево в ужастике на выживание? Это настоящая лаборатория Шансуна. Мы находимся под той, что видели до этого. Она была обманкой. В ней это напоминает дешевый фильм, что я снял в молодости. Ямы плоти. Ямы плоти. Какое дерьмо. Так, кто это? Кто это? О! Наш тюремщик. Так, Сайзаст. Сайзаст. Или же Рептилия. Рептилия в этой игре уникальный персонаж, можно сказать. Потому что ему историю, дизайн и его приемы, показанные в трейлере, просто воодушевили. Он реально один из уже удивительных персонажей еще был по трейлеру. Как он? Ему вырвали глаза. Сам как думаешь? Это успокоит боль. Гнусно участвовать в подобном. Ты пленник Шансуна. Я его раб. У него моя семья. Он убьет их, если я слушаюсь. Кстати, Рептилия, представитель, или же Сайзас, он Сайзат или Сайзас, не назвать как хотите, он является представителем затерианов. Существ рептилий. О, вот это все. Намазал мазью и дал ему повязку Кенши, чтобы успокоить боль. Только осталось только сент отдать. Почему он выбрал тебя? Чтобы узнать, как я меняю формы. Он научился этому у тебя? Мы видели его превращение. И я глазам не поверил. Так как это работает? Ты можешь превратиться в кого захочешь? Я могу принять только эту форму. И мою естественную. Затериан. Ого. Ты затерианец. Твоя раса может менять формы? Только я. Ну, кстати, ниндзя, по факту, еще. Они готовы. Пора. Что пора, колдун? Пора экспериментов по делению. Мы начнем с вивисекций. Из ваших органов я создам новых существ. Конечно, в процессе вы умрете. Люкан тебе этого не простит. Для этого он должен узнать, что что-то произошло. Но когда я закончу, от вас следа не останется. Я скоро вернусь и проверю ход работ.
Сейчас меня ждут другие дела. Ага, дела с Куан Чи. То бишь, Смертельный Альянс работает на Кронику. Тебе не обязательно это делать. Либо вы, либо моя семья. Ну, история у рептилий реально проработали. Кстати, удивляюсь, почему, кстати, Барак не мог вылезти? Там, в принципе, можно было вылезти. Отведите их в камеру. Вау! Уа! Барака режет своих представителей же. Ладно, не своих представителей, а своих представителей болезни. Во-го-го. А Кенши... Кенши вообще пока бесполезен, потому что он вообще слепой. Сенту ему надо дать, Сенту. Воу-воу. О, шляпа! Вау! Вау! Так, клон... Клон Таркатана. Погнали! Так, это не противники, это какие-то... Вот знаете, мне вот эти сейчас вот противники напоминают мне... Это эти... Из Marvel против Capcom Infinite. Такие же были существа ПОВ. На! Барака... Вот интереснее играется. Вау! Их несколько. Получил. А, всего тут два, то есть тут два будет Таркатан. Их несколько. И все они клоны Бараки, полагаю, по приемам. На! Почему, блин, не вызывается Кулао? Yes! О, еще один. Вау! Это, кстати, ну реально, я привык не пользоваться камео-бойцами. Вот, знаете, единственная игра, где я мог играть, ну, с примерно похожими камео-бойцами, это, ну, Marvel против Capcom 3 и Ultimate и Marvel против Capcom Infinity. Вот, скорее, он похож на Infinite. Но только там бойцов было несколько. То есть, эти камео-бойца, из-за них еще можно было поиграть. Это был как второй боец. На! Барака интересный персонаж. На! И очень круто играется. Мне нравится. Победа. Нет ничего более мерзкого. И кто теперь? Гигантский супер Таркатанец, плюс еще и в камео боец Таркатан. Ни хрена как больно. Больно вообще-то. Нужно показать все мои навыки Таркатанца. Эй. Приятного мне аппетита. Получил. Вау. Блин, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Не. Ах ты ж. Победа. Брак побеждает. Ты нежеланный образ моего будущего. Хи-рес. Хи-рес. Хи-рес.
Не, да хоры жрать-то. Я тебе что сделал? Иди сюда. Я тебе так же сделаю. Победа. Изи. Хватит отвлекаться. Во! Мы без Кенши не уйдем. Мне конец. Наказание Шансун будет пытать мою семью. Ты заплатишь за их муки, Таркатан. О, ну что, Сайзат, рептилия, которая может любые части тела свои, может трансформировать в свою оригинальную форму затерианца. Ну а по факту он превращает, он еще, он единственный вроде как представитель, тот, кто может превращаться в человеческую форму. О, но его форма ящерки выглядит просто великолепно, как ящер сам из какой-нибудь Человека-паука. На. Барак побеждает. Тебе не сбежать, я не позволю. Слышь, но дизайн вот именно, это, наверное, самый лучший дизайн рептилии за все игры. Он, с одной стороны, и копирует его оригинальный дизайн из МК2, но и также добавляет в нем ноточку из иксовой части. Мы уходим. Тогда убей меня, если умру. Может быть, он пожалеет мою семью. Нет, я не убью тебя. Это милосердие, а не убийство. Правда, я его не заслуживаю. Ты защищал свою семью. Я поступил бы так же. Что здесь произошло? О, Джонни Кейдж в центре. Сайзат, придурок. Ты позволил им все испортить? Мы уходим, колдун. И собираем тебя с собой. Лю Кан хочет пообщаться. Меня так просто не схватить. Да, у меня плохое предчувствие. Я с вами прощаюсь. Возрадуйся, Сайзат. Ты воссоединишься со своей семьей. Ты, они мертвы? Ты убил их? Много лун назад. Ненавижу недоработки. То есть семью рептилию давным-давно уже убили. Нам нужно уходить. А, ядовитый газ. В чем дело? Наверное, дверь захлопнулась, когда пошел газ. Отойди. О, test your might. На. И раз. И раз. Дверь открыть. Быстрее. За мной. Сюда. То есть рептилия по факту уже на нашей стороне. Оставьте меня. Я только задержу вас. Что? Если Шансун найдет тебя, то убьет. Посмотри на меня, Кейдж. Я бесполезен. Не рискуй собой ради меня. Эй, не вздумай сдаваться. Ты нужен клану Тайр, помнишь? Мы вернемся домой и придумаем, как тебе помочь, ясно? Можно сказать, что вот таким образом Джонни Кейдж и Кенши стали лучшими друзьями. А Сайзат рептилия на нашей стороне, потому что ему нечего делать. Ждать нельзя. Нас поймают. Нам нужна помощь, чтобы достать Кенши до портала Сундо. Я могу довести вас только до городских ворот. Таркатана внутрь не впустят. Дальше вас провожу я. Это меньше, чем я могу отплатить вам. Кстати, лес-то, кстати, красивый. Это полагает лес говорящих деревьев? Боже, мне это напоминает жестокую планету. Во втором акте у нас был лес. Бой с Мантикоркой? Да!
Задолбали снимать, но получилось эпично. Я словно вижу эту сцену. Мы в живом лесу. Разве не все леса живые, Барака? В других лесах нет деревьев, в которых живут души мертвых. Эй, погоди-ка. Ты про призраков? Хороших, не злых. Вы тут кого-нибудь знаете? Далеких родственников. Здесь затарианцев нет. Тогда как ты встретил Шансуна? Извините, я просто кашлял. Моя способность принимать человеческий облик сделала меня изгоем. Надо мной издевались, и я сбежал. I joined a traveling carnival. Turned out there were many who would pay good money to see my gift. Back then, Shang Tsung was a huckster. We crossed paths, and he saw what I could do. When he began to learn real sorcery, he asked to study me. When I declined, he took my family hostage. Well, that's an offer you can't refuse. He is dangerous. And he has plans. He, General Shao Rain, they are conspiring. Он генерал Шао Рейн, они все за сговоре. С какой целью? Точно не знаю. Я слышал лишь обрывки разговоров. Так, извините, я кашляю, блин. Так, я на месте, мне пришлось, конечно, отойти. О! Ашра. Демон из преисподней. Но только она в человеческой форме. Но она положительный персонаж. Конечно, ее дизайн отличается от ее первоначального. Куанчи снова шлет демонов. Стой, мне! С каждым убитым демоном приближается мое очищение. Я без колебаний пролю твою кровь, и я приближаюсь к свету. У Ашери в изначальном ее виде в Mortal Kombat Deception у нее, как я помню, у нее была шляпа. А здесь она. И она была не скорее демон. А здесь она по большей части выглядит как человек, и наполовину демон. Не. Вау! Барака побеждает. Остановись, убей меня, ты не скупишь свои грехи. На. Во. Барака очень резкий персонаж. Мне нравится его стиль боя. Я никогда не думал, что именно играть за Бараку будет так интересно, так круто. Все, победа. Что-то на изичный босс, противник. Кем бы ты ни была, мы не демоны. Если не демоны, то кто вы? Он затаранец. Я иденец. Или был, пока не заболел таркатом. Жители внешнего мира? Прошу прощения. Я рада, что никого сильно не ранила. Что это такое? Просто продолжай плыть. Итак, кто наша роковая женщина? Я Ашера, демон из преисподней. Демон? А выглядишь почти человеком. И что такое преисподняя? Монахи рассказывали об этом. Или ты спал на всех уроках? На этом точно. Преисподняя — это ад, но настоящий. О, как? Я выгляжу почти как человек, потому что изгнала из своей души почти все зло. Когда я закончу, последние остатки демонической формы исчезнут. Почему демоны преследовали тебя? Их послал Куан Чи, мой бывший повелитель. Я была одной из его сестер тени. Он хотел, до сих пор хочет захватить царство. Я отреклась от него, когда поняла, что не желаю помогать ему осквернять миры. И теперь он хочет тебя убить. Верно.
Я следовал за Куанчи из преисподней. Здесь он создает устройство, способное украсть души у большого количества людей. Но сначала он хочет испытать их на мертвых, обитающих в лесу. Но зачем красть души, Ашра? Чтобы получить их силу. Я не знаю, ради какой цели. Мне лишь известно, что он помогает планам другого колдуна. Шан Цзуна. Льде для Ланьц. Проклятие. Он куда ни плюнь. Ты уверена, что Куан Чи здесь? Мой Крис чует его. Он рядом. Нет, нет. Мы отведем тебя домой. Мы должны это сделать. Куан Чи может привести нас к Шан Цзуну. Ваш Люкан прав. С исходящей от Шан Цзуна угрозой надо разобраться. Я помогу тебе. И я. Все проголосовали за. Фильм продолжается. Ашра, веди. Choose your destiny. Flawless victory.